на небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине. До черной магии не место в нашей жизни. Все запомнят тот день, когда была сожжена первая ведьма. Привет, бежим отсюда. Подождите, я не могу. Прю, я должна остаться. Что за выдумки? Уходите без меня. Нельзя творить зло ради добра. Это недопустимо. Я не хочу умирать. Но я не хочу, чтобы вы погибли из-за меня. Я люблю вас. Отправим в деревню фотку топлес. Слушай, Эйнштейн, ты ему не нужна. Ты ему не нравишься. Мы причиняем боль тем, кого любим. Но часто бывает и наоборот. Так иногда бывает. Такова семейная жизнь. Сначала люди ссорятся, потом мирятся, но в итоге все равно держатся вместе. Потому что любят друг друга. Свет, словно от свечи, горит где-то в глубине.